Привет, друзья! С вами Сольфик Пианист. Сегодня мы разучим с вами пьесу, которая называется «Солнышко». Разбираем. Как вы уже заметили, вся эта пьеска написана на одной ноте. Это нота ми первой октавы. Работа будет состоять из трех этапов. Первое – с прочтением нот вслух. Второй этап – с прочтением ритма. И третий этап – со словами. Итак, приступим к первому этапу. Более длинные, незакрашенные ноты мы будем читать «ми-и», а короткие, закрашенные, у нас будут в два раза короче «ми-ми». Итак, слушаем пустые такты, готовим ладошки и хлопаем с названием нот. А теперь точно так же сыграем правой рукой с названием нот вслух. Слушаем пустые такты. Очень хорошо. Все то же самое сделаем левой рукой. Называем нотки вслух и играем. Хорошо, а теперь приступим ко второму этапу. Длинные ноты, не закрашенные, мы будем читать «та-а», а короткие закрашенные у нас будут «та-та». Слушаем пустые такты, готовим ладошки и хлопаем. Хорошо, а теперь все то же самое сыграем правой рукой. Слушаем пустые такты. Очень хорошо. И теперь то же самое повторим левой рукой. Слушаем пустые такты. Замечательно. И вот наступил этап пения этой песенки со словами. Слушаем пустые такты, приготовим ладошки и споем. А теперь
сыграем все то же самое правой рукой. Замечательно. А теперь сыграем левой рукой и споем слова. Очень хорошо. Для уверенности повторяйте эту пьеску каждый день. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, делитесь ссылкой с друзьями, а также пишите в комментариях заявки, пожелания на те пьески, которые вы хотели бы разучить. С вами был Сольфик-пианист. Пока-пока!